сот тергеу болып жатқан кезде басында орысша болған едім. Ол сот барлық тонның бәрі 550 тондай болған едім. Кейін сотталушы мырзалардың арасындағы, азаматтардың арасындағы кісілер перевод талап еткеннен кейін қазақшаға аударылған болатын. Бірақ ол 550 болғандықтан мен ол 550 томмен таныспайтынымды айтқан болатын жаңа тергеуші мырзаға. Тек қана мені касаемо деп айтқан едім. То есть мені тергеген жаңа томдар бар ғой. 7 том болды. Соны мен танысам дедім. Қалғанымен мен таныспаймын. Өйткені мен ол жерде анау жаңа момшылы там анау көп жерлерде келе жатқан жаңа жол жерлерде мен болған жоқпын. Оны жаңа биллинг деген нәрсе бар. Мен ол жерлерде болған жоқпын. Тек қана жаңа самалда болдым. Самалдан үйден шыққан кезім 15:31 примерно уақытта болды. Сол кезде 15:31-де жаңағыдай последний аудиозвонок жасаған сөйлескен жаңа біреулермен жаңа туысқандарыммен сөйлескен кезім болатын. Сол жаңағы бізді 8-і күні алып кеткеннен кейін жаңа СИЗО-ға апарып тастады. СИЗО-ға апарып тастағаннан кейін бір айдан кейін мен кейінгі айтатын сөзімді орысша айта берейін, рұқсат болса. После освобождения под подписку о невыезде я часто в сопровождении уже своего адвоката приходил в прокуратуру города Алматы. И у нас с прокурорами города Алматы, а именно прокурор Алванбаев, также Азамат Салык, был конструктивный диалог. Мы встречались, разговаривали с ними. И в этих разговорах мой адвокат присутствовал. И в одних из разговоров Азамат Салык и Алганбаев мне сказали о том, что аудиозапись, которая имелась в моем аудиотелефоне, была направлена на экспертизу. Если в этой заключении будет в этой аудиоэкспертизе то, что я не призывал к каким-либо беспорядкам, то данное уголовное дело будет прекращено. Сол соны айтайын деген едім. Және де, уважаемый суд, в ходе судебного процесса в отношении меня, Коранеева Нуртаса Сейтмухановича, прокурор не представил ни единого явного существенного доказательства моей виновности по статье 272, часть 2, и по статье 269, часть 3. Прокурорам были предоставлены в виде и аудиоматериалы в качестве доказательства. Относительно видеосвязи могу пояснить, что данные видеозаписи во время следственных мероприятий я был ознакомлен в присутствии своего адвоката. И во время показа данной видеозаписи я сразу сказал, что на данной видеозаписи меня нет и не могло быть, так как я к заборам территории резиденции не подходил. Все, что я делал, это наблюдал издалека за происходящим. Впоследствии я дал пояснение следователю прокуратуры, что я даже не понимал, что происходит и зачем люди пришли на пересечение улиц Фурманова и Тимирязева, где и находится резиденция. Впоследствии следователь прокуратуры в присутствии адвоката Берлахожа ознакомил меня с документами о том, что данная видеозапись будет направлена на экспертизу, на выявление личности по видеозаписи. Также следователь прокуратуры сделал видеозаписи моей ходьбы, то есть походки, чтобы в дальнейшем можно было сравнивать с видеозаписью, которая была предоставлена в качестве доказательства.
Также во время следственных мероприятий мне были заданы вопросы по поводу головного убора. Я ответил, что 9 по 11 января 2022 года во время дачи показаний представителю правоохранительных органов в следственном изоляторе Си-18 я давал описание, во что был одет. Это зимняя шапочка черного цвета без каких-либо опознавательных знаков. Темная куртка цвета хаки, светлые спортивные брюки и черные кроссовки. В ходе судебного разбирательства я давал пояснение, как она могла попасть в дальнейшем в мое пользование. Могу еще раз пояснить, что при получении огнестрельного ранения я использовал свою зимнюю шапочку в качестве тампона, чтобы остановить кровь. Впоследствии был гол на голову, то есть я лысый. В зимнее время человек мог это замерзнуть и так далее. Возможно, данную кепку на мою голову одел тот, кто оказывал мне помощь. Результаты экспертизы есть в материалах уголовного дела, где говорится, что по данному материалу видеозаписи невозможно выяснить, кем является данный человек. Относительно аудиозаписи могу пояснить. Во время разговора со своими родственниками, а также с клиентами, которых я обслуживал, я говорил о том, что я являюсь парикмахером, барбером, мужским клиентами. Мы обсуждали о всем происходящем в Казахстане в те январские дни. Но я и представить себе не мог, что все так обернется массово. Люди и ранее выходили на митинги, за что преследовались со стороны правоохранительных органов. Впоследствии я проинформировал своих родственников по телефону о том, что получил ранение и что нахожусь в 12-й городской больнице. Да, я не отрицаю, во время разговора по телефону в моей речи есть нецензурная брань. Это слова-паразиты, которые мною не контролируются в эмоциональном состоянии. А также есть матерные слова, которые используются в качестве связки слов. Но это не доказывает мою виновность. В ходе судебного процесса некоторые аудиозаписи нами были выслушаны, где я говорил, что попала шальная пуля, то, что я попал в 12-ю городскую больницу, то, что я помогал некоторым людям, получившим ранения. Также я говорил в этих аудиозаписях, всеми было услышано здесь присутствующими, то, что я отговаривал людей не идти к этим заборам резиденции. То есть это небезопасно, я говорил. Данные аудиозаписи в количестве 42 следователям прокуратуры были направлены психолога филологическую экспертизу. Но во время судебного процесса мы полностью не слушали. Ну, прослушали только те моменты, где я говорил, помогал и так далее. То, что только что я сказал. С чем, с данными аудиозаписями в присутствии адвоката Берлихожа я был ознакомлен. В дальнейшем также эти аудиозаписи, с результатами этих аудиозаписей в присутствии адвоката мы также были ознакомлены. Данные о результатах экспертизы есть в материалах уголовного дела. Там в этих выводах эксперта говорится о том, что первое, это то, что она написала, было информативного характера. То есть мы разговаривали, информацию друг от друга получали как бы. Также в этих аудиозаписях эксперт написал то, что никакого призыва к массовому беспорядку там нету. Да, есть матерные слова, нецензурная брань и так далее.
Уважаемый суд, в одном из выступлений президента Республики Казахстан Касым Жомарта Токаева было сказано, что уголовные дела по январским событиям будут рассматриваться объективно и беспристрастно. 1 сентября Касым Жомарт Токаев после послания народу Казахстана сообщил, что участниками январских событий объявят единовременную амнистию. До 1 сентября 2022 года во время досудебного расследования и речи не было о том, что меня будут привлекать по статье 269, часть 3. В связи с этим хочу сказать, что в ходе досудебного расследования не было объективности и беспристрастности. Досудебное расследование проводилось с обвинительным уклоном на основе предположений и домыслов. Уважаемый суд, в ходе всех разбирательств этого уголовного дела моя вина не была доказана. Я законопослушный человек, гражданин Республики Казахстан. До январские события и по сей день я работаю обычным парикмахером. Я зарабатываю тем, что оказываю людям услуги. Ни в каких государственных либо государственной службе я не состою и не собираюсь этого делать. Моя задача и цель – жить обычной жизнью гражданина, законопослушного гражданина Республики Казахстан. Я прекрасно осознаю всю ответственность перед Уголовным кодексом и неотвратимостью наказания за любое совершенное преступление. Не понаслышке знаю, что такое пенитенциарная система и институт наказания. И я не хотел бы оказаться в местах лишения свободы. Поэтому прошу учесть, что я ни в чем не виноват и в чем меня обвиняют. И ни на одних процессах и процессуальных действиях моя вина не была доказана. Уважаемый суд, после всех судебных разбирательств вы один из первых, кто спросил меня, получил ли я инвалидность по причине ампутации жизненно важного органа. Я представить не мог о том, что при данных обстоятельствах положена инвалидность. На сегодняшний день я прохожу все нужные медицинские обследования. В связи с тем, что было мною выше сказано, прошу объективности и беспристрастности принять решение в отношении меня. Спасибо, уважаемый суд.